Доброе утро всем. Я в своем топике. Кстати, я вчера с сестрой договорилась, мужа, сестрой мужа, что сегодня ее с собой заберу. Забери меня с собой, какая я здесь. И поеду ее оприходовать. Кстати, знаете, что подумала? В этом году губная помада – это не в теме. Потому что все равно ходим в намордниках. Так что какие помады? Все равно все спрятано. Ну, гигиенической помадкой намазалась. И в путь дорожку. Сейчас брызгнусь своими вчерашними. Какой кайф, как вкусно пахнет. Абрикосами. Так, очечки надо какие-нибудь надеть. Очочки и выслать сообщение, что я уже еду к вам. Заберу сестру и поедем. Потому что с этой недели можно в машине ездить с кем-то, а не только ты одна. И она говорит, у меня уже так волос затрас, что он трындец. Я говорю, ну ладно, пойдем тогда. Все, иду на работу. Я уже освободилась, сегодня такая жара, сестра там с другой сестрой разговаривает. Я сейчас машину говорю, пока поболтайте, я машину заберу, сейчас заберу тебя. И она хочет в Меркадону съездить. Ну, он говорит, ты там оставишь меня в Меркадоне, а потом я пешком дойду. Я говорю, как ты с покупками попрешься домой, потому что она довольно-таки далеко. Говорю, ну ладно, я уж подожду, в общем, сегодня за таксиста работаю. Так что вот так вот. Прям сегодня жара-жара. Может, тоже зайду в Меркадон. Вообще, мне в Алькампу, но я хотела идти. А может быть, в Алькампу... Нет, в Алькампу мне все-таки надо. Я потом ее довезу до дома и схожу в Алькампу сама. У меня еда готовая. Все готово. Вернее, там рыбу достала. В общем, поживем, увидим. Что гадать-то? Я уже давно дома, никуда мы не поехали в Алькампу, мы доехали, вышли, увидели очередь, там, наверное, километровую, я не знаю, что за такой сроду, там никогда такой очередь не было в Алькампу, трындец. В общем, никуда не пошли, естественно, я говорю, я ждать не буду 3 часа. Сестра тоже сказала, не, нафиг надо. Поела уже, сделала рыбку в духовке и фенхель вчерашний доела. Хочу сейчас пойти обувь разобрать. Летнюю. Летний дождь. Потому что в кроссовках уже жарко. А вот надо достать босоножки. Девочка вон там, видите, в наморднике. Сейчас у нас детское время. Детское время. Вот. Кстати, вчера я спустила... эти, но они как-то все равно вялые, не знаю. Ну, пусть стоят, что с ними теперь поделать. В общем, обувь пойду разберу летнюю, посмотреть, что у меня там есть. Может быть, что-то новенькое надо будет приобрести. И на сегодня у нас кое-какие планы есть, друзья. Так что смотрим. Разобрала, смотрите, целый пакет обуви на выброс. Потому что все из года в год все перекладывается, в общем, не носится. Вот эти хорошие, но, блин, сзади вот это вот не годится. В общем, с глаз долой и с сердца вон. Выброшу. И оказывается, обуви-то совсем мало. Осталось только ногти на ногах покрасить. Я не крашу ногти на ногах зимой, потому что все равно стираются. А из-за того, что обувь закрытая, все стирается. В общем, поэтому зачем? Пойду чаю наведу себе. Вот так вот. Немного работы сделала. Поработала, типа того. Обувь разобрала. То вещи, то теперь обувь. Лето. У нас прям тепло, у нас прям лето настоящее. Так классно, обожаю. Я вообще к жаре очень хорошо отношусь. Я не люблю холод. А вот жару...
за 30 градусов, чтобы не было. Вот так вот мне нравится. Вы знаете, вот не знаю, что сюда придумать. Вот сюда. У меня вот там лежит цветной такой пледик. Но что-то я его не хочу. Я не хочу, чтобы вот сюда что-то вешать. Потому что все это поправлять, стирать каждый день очень неудобно. Ну что ты? И вот не знаю, что придумать. Что-то надо придумать, да? А еще сейчас сестра звонит и говорит, ты когда на работу поедешь? Я говорю, в смысле, что случилось? Ты когда на работу поедешь? Я говорю, ну завтра. Она, очки мне привези, я очки забыла. Представляете, очки забыла. Я говорю, ладно. Потому что если бы они сказали сразу, ой, я очки забыла, то не знают меня, я бы могла сесть и поехать за очками ее. А так она типа, вот завтра мне их и привезешь. Типа, сегодня не надо никуда рваться, и без очков я и так смогу. Вот. А еще мы сидели, знаете, заразговаривали, там же еще сестра другая пришла, мужа. Вот. И говорили, что-то говорили, они говорят... Ну, в воскресенье надо на какую-нибудь террасу нам забурлить. Типа, что уже столько времени сидели и это. Вот, ну, типа, братец знает, куда идти. Пускай он там договорится. И в воскресенье по пиву, как мы раньше ездили каждое воскресенье куда-нибудь пиво пить. И вот они говорят, мы так соскучились по этому времени. Тут встал и чеши его, пожалуйста. Что говорит, надо что-нибудь придумать и в это воскресенье. Так что, видите, испанцы очень любят террасы, очень любят выходить, очень любят гулять. И то, что некоторые думали, что вчера-сегодня никто не выйдет в бары, это я знала, что 100% выйдут. Выйдут люди, пускай там хоть на 10 метров друг от друга, но они выйдут на улицу, будут разговаривать с друг другом. И потому что для них очень важно общение. Вообще они любят целоваться, обниматься. Я не знаю, как они это будут как бы терпеть. Они очень любят вот пообниматься, поцеловаться. Я много раз об этом говорила. Вот. У них приветствие – это целование. Поэтому сидеть им дома друг без друга, это очень было тяжело. Это вот мы привыкли, да, сидеть дома безвылазно. Испанцы нет, тут вот у меня муж, говорю, он дождался сломанным этим пальцем на ноге, поковылял куда-то там. Правда, он у него очень сильно болит палец, и он говорит, наверное, пойдет все-таки к врачу, в скорую помощь, чтобы ему что-то сделали. Ну, а что ему там сделать? Ну, единственное, он там у него посинел, позеленел, в общем, больно ему ходить, пьет таблетки. Трындец! Но все равно выходит из дома и где-то там блукает. Ну, не где-то там, а делает свои дела. Так люблю, не могу. Так вот. Съела бы, целовала бы и целовала бы. Так что вот так вот. Испанцев дома не заставишь сидеть. Слава богу, что у нас на убыль все идет. Надо их сейчас, кстати... Сегодня даже телевизор не включала. У меня кое-какие планы на 5 часов. Друзья, я заказывала Шейн месяц назад, наверное. Платье и... костюм. Сейчас мы с вами будем это все смотреть. И там продавались маски. Что-то совсем дешево. А 10 штук. 2 евро, что ли, 10 штук. Ой, совсем копейки. Вот. Сейчас платье посмотрю. Я думала, оно хбшное. Оно такое качество прям даже очень ничего. Посмотрим на ли... Ну, ой, ну смотрите, симпатичное очень даже. Сейчас буду мерить таким бантом. Мне кажется, как раз будет. И костюм. Так, как их открыть? Какой материал приятный. От штанов. Такие штаны. Как они? А, это вот так. Не знаю. Надо мерить. Все надо мерить. Соловей мой. И такая футболка. Сейчас померю, покажу. Платье уж очень оно короткое. Прям
совсем. Но вы знаете, может быть, я еще не привыкла. Знаете, после лета, когда надеваешь что-то короткое или шорты, то кажется, что слишком коротко и, в общем, неуютно себя чувствуешь. Ну, как-то не знаю. Слишком коротко. На сорочку похоже больше. На сорочку домашнюю, чем как-то платье. Так и хочется как-то подштанники какие-то надеть под нее. В общем, не знаю. В общем, костюмчик вроде неплохо сел. Вот. Ну, конечно, в таких штанах сейчас уже жарко. Они как-то, знаете, такие прям приятные к телу, как плюшевые какие-то. Ну, конечно, если разгладить... В принципе, неплохо. Соловей, соловей. Ну, так как-то. Такой вот образ. Друзья, и куда же-то я лыжи навострила? А лыжи я навострила. Пойду кофе пить с девчонками, с подружками своими. Мы вчера договорились. Вот. Я... прошла, проведалась. Ну, не я одна. Так, масочку надо взять. Масочку, масочку. Возьму новую. Вот эту, которую мне прислали. Они обычные, хирургические. А вот... Чарляура, вы не бывали? И я вчера что-то им звоню. Говорю, девочки, а давайте-ка мы завтра с вами соберемся. Кофе без кофеинового. Они говорят, да запросто. Мы договорились во времени. И вот, идем. Долгожданная встреча. А то нам уже всем надоело сидеть с мужьями, а в одном и том же толковать. Надо наряды выгуливать все-таки. Вот. Так что идем. Губы, конечно, не намазала, нафиг их мазать, все равно надевать надо. А сейчас вам покажем, как это все будет выглядеть. Вот, недовольна я посылкой, не очень, ну не знаю. Платье было бы подлиннее, хотя можно какую-нибудь рюшечку туда присобачить, знаете. Ой, на улице жарища. Здрасте, жара. Так что побежала. Кофе пить. Вообще, знаете, странный какой-то закон. Вот по магазинам можно шастать, когда хочешь. Попить кофе тоже можно, когда хочешь. А спортом заниматься только с 8. Но у нас сейчас много разных странностей, поэтому привыкаем. Кстати, маски я, вот если нет никого, я ее не ношу. Я только надеваю, где много людей, где невозможно соблюдать дистанцию двухметровую. А если я вижу, что между мной и другим человеком дистанция 2 метра, я ее не надеваю. В машине также я ее не надеваю. Поэтому как бы... Видите, если сейчас никого нет на улице, то, естественно, я в маске не пойду, потому что, ну, зачем? Какая-никакая... А ни мне, никому опасности никакой нету. О, жарко-то как... Ну, надо же, надо же, надо же, надо же такому случиться. Где улицы пустые. Сама пунктуальность. Время 17:30, а мне видно. Я дошла. Так, Таньку вижу. А, и Ольга там уже место заняла. Так что все. Снимаем намордник, здесь никого нету. Вон они, девчонки мои. Ой, такая радость у меня, знаете, что встретимся. Там-там. Вот, поняла? 2018. А это что? Нахера я не прочитала. У меня есть сертификат. У меня их даже два, потому что я сдавала один, не знала, что у лопали. Не знаю, посмотрим. Тань, ты что, красивее хочешь стать? Говорит, покажи меня, и маску надевает. Ой, ну смешная. А интересный кофе, как ты будешь пить? Давай. Я хотела. Слушай, она еще
Она может у тебя модно? Как мы в каких фазах тут сидим. Давайте вот чуть фоткаемся. Давай, пей кого-то. Ты зачем ты ее надеваешь-то? Я ее сниму. Ну, сейчас оденься. А, ты вон как ее снимаешь. Борода. Все, друзья, я попила кофе. Сейчас бегу домой, потому что у меня по плану бодипам. А времени очень мало, но я добегу. Видите, у нас на улицах народу много. Так что все ходят в масках. Я, кстати, тоже, потому что здесь такая улица проходная, центральная. И народу везде много. Договорились с девчонками еще встретиться. Так что будем теперь встречаться. Смотрю, что бы пожрать. Черника, голубика где-то тут была. Я, наверное, ее доем. И усю. А у меня тут, кстати, есть... В общем, нет. Чернику, голубику. Доем и все. Я уже сходила в душ, намазалась тем, чем можно намазаться. Вот, и пойду отдыхать. У нас сегодня по плану большой брат по телевизору, так что буду отдыхать. Вот такой вот у нас день. Длинный очень получился почему-то, не знаю почему. Когда много событий днем в день происходит, кажется, что день какой-то прям длиннющий-длиннющий. А когда ничего не происходит, то как-то, или наоборот, ну, в общем, как-то так. Вы меня поняли, да? Встретимся с вами завтра. Всего самого лучшего. Всем пока-пока.